Thank you, Rose. Андрей, здравствуйте, хорошо, ваши как дела? Тридцать шесть ко мне. Чего 36 ко мне? Привет, привет, как дела? Да ничего, отдыхаю после работы. Правильно, правильно. Сейчас музыку надо чуть-чуть потише, да? А то сильно громко. У меня все по-прежнему понятненько, понятненько. Как погода? Нормально стало, как сегодня понедельник, одним словом. Я хорошо, спасибо. Сегодня с племяшкой немножко посидела, понянчилась. Я понимаю, мы руками, мы душили. Кто кого душил, Николай? Я вообще никого не душу, не душу, не переживай. Мне вообще никто не нужен, чтобы кого-то душить. Я просто общаюсь со всеми. Утром дождь шел, сейчас солнышко светит. У нас вообще сегодня солнечно, но всю ночь дождь шел. Жара, жара. Душно, душно прям вообще на улице. У нас, поняла. У вас жара. У нас, я не знаю даже, сколько сегодня было. Что я даже не посмотрела. Андрей, спасибо огромное. Благодарю, спасибо большое. Рядом у вас примерно так же. Ну, наверное. Не, ну сегодня все равно не так прям душно, как обычно. Как, например, позавчера было, это вообще можно было помереть. Немного у нас похолодало. Понедельник день тяжелый. Это да. Сейчас посмотрим, кто у нас уже красавчик. О, девочка Оля уже молодец. Опять на втором месте. Красотка. Спасибо большое. Спасибо за комплимент. Спасибо, спасибо. Сколько надо? 3,5 евро? Чего? 3,5 евро? Старый не на первом, странно. Ну да, у старого-то там поддержка, ё-моё, вот эти 3 восьмерки, что ли, девушка вроде, но она прям... Топит, что мама родная. Молодец, прям. У меня, да ничего новенького, отдыхаем, лето, красота, огород. На самолет типа летит, полететь. Не знаю, сколько надо, я не собираюсь никуда лететь. Да, по 100 луников за блата. Давай, Николай, устрой нам самолет в ТикТоке. Я видел сегодня твой ролик с огурцами-то. Огурцы заставила. Салюда, салюда. Виталия, спасибо огромное. Hello, hello. Да-да. Ну, огурчики прут. Завтра надо будет посолить с мамой, посолим их.
Огурчики. А помидор у нас в этом году? Нету? Нету? Ну там что-то вообще мало, толком нету нифига. No español. Спасибо, Андрей, спасибо большое. Благодарю. Яблок тоже нормально, кстати, да, яблочек прям хорошо. Ладно, сам здесь очень хочется. Короче, непонятно, что. Кофе, thank you very much. Спасибо за розу. Сок делать буду. У нас в этом году вишни вообще нету. Хотели компоты делать, а что-то вишни вообще нет. Я вчера абрикос наелся. О, красота. А я арбуз. Арбузика наелась. Тоже нет. Вот, что-то в этом году вишни практически ни у кого нету. From Russia and you. Дальнейшее сам предыдущее меня скажет, кто какой. Кофе, тинкел. Люблю с сахаром. Тинки, тинки, комплимент. Тинки, very much. Ой, да, ты детка моя, нахуй. Да, да, господи, я эту песню год назад слушала. Что ж она мне вернулась в голову? Спасибо, Джордан, спасибо огромное, благодарю. Клубника опять пошла второй раз, а у нас что-то нет. Может, такой сорт, я не знаю, там разные сорта у нас, но что-то нет. Она как-то все. Елена, почему что-то переедает по-другому? Я хотела сказать, там нет встречи. Николай, нигде встречать тебя не буду. Не вздумай даже приезжать. Мне это никак не интересно. Я вот общаюсь вот тут в ТикТоке, и все. Мне не нужны никакие встречи и так далее. Мне не интересно это, без обид. У меня садовая Вика. Андрей, спасибо большое, благодарю. Николай, ты мне не интересен как мужчина. Понятно, пожалуйста, не нужно ничего. Просто заходи, общайся и все. Thank you, спасибо.